Ну а тем временем патрульная полиция Одессы отчиталась за 10 месяцев работы. По их данным, за этот период в области произошло более 12 тысяч ДТП, в которых более 1000 человек пострадало и около 200 погибло. В самой Одессе зарегистрировано 9 тысяч ДТП, погибли 60 человек. Кроме того, назвали еще ряд цифр, характеризующих работу патрульных. Эвакуировано транспортных средств у нас 1756. Это те, которые существенно повреждали дорожному движению, а также по остальным статьям, которые предусматривают эвакуацию. По горячим следам у нас патрульными задержано 1058 лиц. Из них за совершение особо тяжкого преступления, то есть убийство, задержано 9 лиц. По горячим следам. Если взять 951 происшествие на дороге с пострадавшими, то от этого количества 40% это ДТП с пешеходами. То есть это проблема Одессы, это проблема больших городов и, в принципе, проблема и населенных пунктов. Сейчас в Одессе проводится Всеукраинская неделя безопасности дорожного движения. Ее цель – снижение количества дорожно-транспортных происшествий в городе. Школьные офицеры полиции примут участие в воспитательной работе с молодежью. Также в рамках акции патрульные сдадут кровь, которая будет использована для помощи пострадавшим в ДТП детям. Проведут также несколько рейдов. Конечно, мы на этой неделе также присоединимся к акции «Сдай кровь, спаси жизнь». Мы пойдем к детям в детскую областную больницу. Мы сотрудничаем уже давно с отделением переливания крови детской областной больницы. И также на пятницу мы планируем совместную акцию с автомобилями скорой медицинской помощи для привлечения внимания водителей на то, что оперативный транспорт имеет преимущество на дорогах при включенных спецсигналах.